В защитных костюмах врачи идут в отделение к пациентам со страшным диагнозом – COVID-19. С апреля 2020 года сотрудники госпиталя работают на износ, борются с коронавирусной инфекцией. Ежедневно медики помогают тяжелым больным с пневмонией и вирусной инфекцией. За это время лечение прошло уже больше 3000 больных. Весь последний год медперсонал мечтает вернуться к своей привычной работе – лечить ветеранов. Мы соскучились по нашим ветеранам. Мы уже, конечно, устали от этой коронавирусной инфекции. Это очень тяжело работать в красной зоне, в общем-то, без особого отдыха, без отпусков. Это, ну, очень тяжелый труд. Госпиталь для ветеранов числится в долгострое с 91-го года. Будущие хозяева госпиталя придирчиво следят за ходом работы. Его строительство долго не могли закончить, но в начале 1996 года Иркутский областной госпиталь распахнул свои двери для будущих пациентов. Медучреждения создали для лечения и восстановления ветеранов войны. Всего в больнице развернули 3 отделения на 185 коек. В первые полгода работы сформировался коллектив, который трудится и следит за здоровьем старшего поколения уже четверть века. 25 лет позади, сегодня праздник, но, к сожалению, вот в условиях пандемии, в которой мы сейчас работаем, как ковидный госпиталь, праздник у нас отменяется. Нам всем сейчас нужно здоровье нашего коллектива, нам нужно работать дальше. Пусть они будут счастливы и здоровы, пусть их семьи будут рядом с ними и поддерживают их в этот трудный период. Из-за эпидемической ситуации празднование юбилея перенесли на осень. А все сотрудники госпиталя по-прежнему в круглосуточном режиме спасают больных. И для того, чтобы здесь возобновилась привычная жизнь, нужно немного уверены врачи. Соблюдать дистанцию, носить маску, не посещать общественные места. А также рекомендуют ставить прививку. Екатерина Сыроватская, Константин Синицын, АСТВ.